Берегоукрепления готовы. Сейчас подготавливаем сходы, лестницы, занимаемся откосами, готовимся начинать брусчатку уже укладывать. А это вот они не вы там? Тоже, да, а тоже. Кто там будет? Сквер. А это сквер и фонтаны малые. Это центральная часть. Скажите, пожалуйста. Ну вот на этой части автомобильные стоянки, это вот от трамвайного кольца до существующего фонтана. В дальнейшем проект был переработан, и там находится сквер. Это вот автомобильные стоянки. Там находится сквер. Какой? На части проекта на другом стенде обозначен. Пойдемте на другую дорогу. Там был сквер, сломали, попали. Был сквер, вот был сквер, взяли, обломали, сказали, будет стоянка. Нет, там будет прогулочная зона, дальше продолжаться. Плюс фонтан пешеходный, это светомузыкальный. Ну покажите мне, что там будет. Покажите. Вот часть речного вокзала, здесь у нас будет сквер. Есть пешеходные дорожки, ограните освещение. То есть территория будет облагорожена. Что более компактный, удобный. Было у нас здесь просто газон, на котором росла трава и не более. Ну а что сейчас там будет? Лежать плитка? Да, будут дорожки. Какие дорожки? Ну пойдем туда, пойдем. Снятие опоры РС, подготавливаются новые бордюры, будет потом прогулочная зона. Участок. Дорога уйдет, которая сейчас есть. Дорога идет, она будет сколько, в объезд. Сколько длина, сколько ширина вот этого газона? Ну какая там прогулочная зона? Первоначально, когда проект начал работу, здесь предполагалась парковка. Жители города высказали неудовольствие этой парковки, которая именно в центре прогулки. Поэтому проект был переработан, парковка здесь по сторонам. В центре, значит, у нас сквер с современными дорожками, современными опорами, современными малоплотными лавочками. Трава. Не, ну, не знаю, вообще вопрос, конечно, спорный. Да, вопрос спорный. Ладно, давайте посмотрим. Какие сегодня здесь проблемы? Ну, особых проблем нету. А без особых проблем какие здесь проблемы? Проблем пока нет никаких. Слушайте, если нет никаких проблем, почему идет изменение проекта? Изменение проекта было еще. Изменение в проекте было в самом начале строительства. В самом начале строительства. Сейчас проект где находится? В экспертизе. Ну? На второй. Ну, в экспертизе находится, значит что? Значит, туда внесены изменения? Ну, внесены корректировки. Ну, корректировки, какая разница? Если внесены корректировки, что, не из-за проблем, что ли? В связи с ошибками проектирования. С Слушай, вот вы странные люди, я задаю вопрос. Какие проблемы? Проблем нет. Где находится проект? Проект находится на экспертизе. Почему он находится на экспертизе? Внесены корректировки. Что значит корректировки? Какие корректировки? Корректировки в части берегоукрепления. Берегоукрепление. А что с берегоукреплением? Увеличена длина была. Сделано усиление, сделано вот, устойчивость. Вы мне объясните, а почему не хватило длины? Вообще ошибка проектировщика. На этом участке ошибки проектировщика в части устойчивости, на участке первом договора речного вокзала, недостаточное изыскание, то есть при начале работы. Пойдемте тогда начнем оттуда. Там очень далеко все начало.
Ну, мы давайте проедем, что ж далеко-то. Давайте будем все смотреть. Мы же приехали смотреть, значит, мы пойдем, либо поехали. Правильно? Ну, поехали туда. Давайте отсюда начнем. Что вы? Приводите меня показывать. Надо с самого начала показывать. Привезли, они мне показывают. Вот показывайте что. Вот Сергей туда снимаете, вот смотрите. Вот рабочий, пожалуйста. Вон рабочие пошли. Где рабочие пошли? Ну где? Вот где вы видите вон, эту технику и рабочих? Да что вы мне? Что там пошли? Где техника? Где люди? Поехали на первый этап. Ну вот, вот, пожалуйста. Вот. Вот набережная. Не отдавайте. Сейчас на другой этап пойдем, вам начало. Что это 20-21 год? Срок, когда исполнение? 20-21 год у нас. Когда у нас заканчивается первый этап? Октябрь 20-го года. А у них? Здесь, оказывается, хотят бросить вот так, что как есть. Ну, давайте помогать будем, давайте продумывать, потому что, ну, сделать вот такую красоту, да, а здесь вот, ну, бросить. Наверное, это будет неправильно, да? Ну, дайте, Тамаш, ну, сами продумайте. Ну, какую надо вам еще команду? Ну, вот смотрите, вот, вот видите, вот такие чистишка, да? Там, ну, стоят, да? Ну, согласитесь? Там будут такие обручатки, там будут формы, там будут гулять, и будут заниматься. А здесь бросят вот так вот все, и хорошо. И так настроения же, никакого нет. Мы выходили с предложением, также автовокзал. Будет с этой стороны фонтан. Но естественно, но если мы делаем, надо делать все. Иначе просто человек выходит вот сюда, да? А через два года здесь вообще ничего не будет, да? Месяц сзади мы обсчитаем. Хорошо, мы придем. Ну, сидите, обсчитывайте. Ну здесь же вот сделали, ну нормально, да? А здесь все будет впереди. Здесь будут пандусы, да, мало. Мороженое. Морозосмещение торгового объекта. Только делает, там, да? Делает город, да, согласовывает с городом. У города где город? Здесь. У вас план? Здесь будет. У вас будет единообразный пункт торговый. Это что? Что же? Одного вида. Заботан. Как только будет уже на выходе работать. Давайте так, вам сколько надо для того, чтобы продумать, как вот эти? Месяц. Давайте тогда, давайте через месяц представьте планы и окончательное решение вот этого вопроса. И сразу принесите проект по размещению малых архитектурных зон. И сразу принесите проект вот первого этапа. Хорошо. Можно не проект, да, от схемы, потому что проект уже подводит. Схема, она не будет. Подождите, мне сказали, что он находится на экспертизе.
Но он, если он находится на экспертизе... Ну, вы имеете в виду дорога и сети, которые... Подождите, мне сказали, что вся территория на экспертизе. Нет, по нам по нам тоже. Не, а при чем тут сопряжение? Сопряжение. Я говорю про дорогу и про всю ту территорию, которую собрали. Ну хотя бы эскизный проект есть? Есть. Принесите хотя бы эскизный проект. А когда будет готов проект? Ну по той, по первой части. Ну, вот поймите, мою логику какую. Если мы сдаем объект, он должен быть сдан. Давайте разделим. Мы за свою. У нас он есть проект. У нас ничего не надо. Примыкание. Вы не поняли меня. Вот смотрите. Помните же вот этот анекдот про пиджак, да? Нет. Претензии к пуговичкам есть? Нет. Ну вот. Я же не хочу, чтобы у нас так получилось. Ну вот здесь вот все, работа идет, молодцы, все хорошо. Срок. Вот сделаем мы здесь набережную. Да. Но если мы не обеспечим людям подъезд, подход, что толку от вот этой набережной? Вот здесь мы вот это обсчитаем, это мы сами нет, обсчитаем. Ну понятно. Но и вот, дадим вам. А люди пойдут дальше. Дальше там. Вот понимаете, да? И что они увидят? Вы имеете в виду, где мы были на первом участке? Конечно. Ну, там, извините, там, я не знаю, там... Сыгранч, там у города есть предложение очень хорошее. Там вот где все помойки, все эти вещи, размещение группы жилых домов, там, которые будут сопрягаться ради с территорией Бога, набережной. Я же не против, я же не против. На то он и город, что у него есть полномочия, у него есть желание, у него есть возможности. Ну, а там вековая помойка, которую вы видели. Если нету денег, да, ну, ради Бога, разбейте вы эту землю на участке. Сделайте таунхаусы, да? Чтобы это все было красиво, да, чтобы это было освещено, чтобы были дорожки, чтобы люди идут по набережной, да? Они поворачиваются вправо, красиво, поворачиваются влево красиво, говорят, спасибо, строители. А если люди идут по красивой набережной, поворачиваются влево, там помойка. А это же неправильно. За помойку трудно сказать, ее веками делали. На этом месте, на этом месте. Хорошо, ее делали веками. Ну что теперь, давайте оставим еще на века. Нет, давайте мы через месяц с эскизным проектом подойдем сопряжение. Вот я от вас хотел это услышать, что это правильная позиция, что надо сделать все по-хорошему. Поэтому через месяц эскизный проект и на этот участок, и на тот участок. И деньги, Бусы Геннадьевич, указаны, деньги тоже. Да, слушайте, деньги, найдем деньги. О, понимаете, ну, в этом, не в этом же проблема. Если... В деньгах большая проблема. Сколько будет стоить? А вот здесь вот это делать, там, я не знаю, брусчатки, копейки. Да тут не считаем, вы же говорите за тот. А за тот, значит, нужно сделать как? Если земля городская? Там часть городская, часть... Она свои деньги, правильно? Сделайте проект, сделайте план, разделите на участки. В конце концов, выставите на аукцион. Условия аукциона, что получаете землю, там покупаете, строите то-то, то-то. Современить. Ну, что мы вам объясняем? Правильно? Ну, естественно. Пока. Ну, как? Ну что, там не найдется желающих строить? Найдется, да. На дома есть уже желающие? Уже есть. Ну, есть. Ну, а в чем проблема? Я все переживаю за ту помойку. Ну, так слушайте, если люди хотят строить там, покупать теми тонхаусы, давайте, значит, внесем, что помойку надо зачистить, что это надо все облагородить. Ну, поговорим отдельно. Вы эскизный проект дайте? Хорошо? Поговорите. Да. Сейчас. Подождите, а вот это что за вот эти? Арматура вот разбита. Ну это же технологичный. А, технологичный, да? Выпуска. Здесь будет велодорожка, там будет прогулочная и пешеходная. Параллельно. И плюс спуск этот идет к инвалидам, которые спускаются и будут туда насидеть смотреть. Важно доделать все, сделать в срок и сделать красиво. Вот это знаковое, самое знаковое. Поэтому мы все силы сюда бросили. Здесь и воркал, здесь и большой. Тот мы успеем сейчас, там нет. Ну успеете, успеете. Я же не говорю, что вы не успеете. Ну сомнения были вот. У меня всегда есть сомнения. Ну, мы их понимаете? Рассеем. Потому что они обоснованы. Если бы мы приезжали в Комсомольск и все вовремя бы делали, да? Я приехал в октябре первый раз в Комсомольск, да? 15 объектов из 18 летели, там тарары. Сейчас 2 осталось. Но их надо исправить. Правильно? Правильно. Ну ладно, поедем мы тогда на Шаргуль. Давайте, работайте. Задачу поняли. Задача одна. Сделай так, чтобы жители сказали спасибо. Она у нас одна. Да?